Вас как зовут? Нахшун. Алло. У меня папа армян. Ага. Скажи, что твоего мужа вот убили, да? Что сказать? 24 Всех года. Убивают, не только мою. А, первый пошел на пост, сразу убили. Она приехала хоронить. И подруги мужа приехали. Мам, на пост. А что с мужем случилось? Расскажите. Он здесь служил? А где он служил? Откуда? Его вообще не имели права никуда отправлять. Не знаю, что здесь за страна, но его оттуда незаконно. Он служил в Шуше. Но его отправили в другое место. Он на машине ехал, и их машину остановили турки, всех их перестреляли. Они не имели права, если он служит в Шуше. Почему его в другое место отправили? Вот это у нас вопрос. Почему они делают то, что не имеют права делать? И его убили просто так. Ни за что он умер, ни за что. А в Шуше безопаснее место. А его отправили не знаю куда. Он должен был в Шуше. Он должен был остаться в Шуше. Мой сын тоже пришел с армии. Его сейчас не должны были тоже брать. Но 6 месяцев должны были подождать. Его тоже они забрали. А ваш сын где находится? На посту. Только пришел с армии сразу. Его тоже 6 месяцев не должны были отправлять. У него звание есть какое-то у сына? Рядовой просто. Он сержант. Вообще звание, не знаю, сержанта, по-моему. Он учился в Ереване. Там звание в армии получил. Вам вернули тело его? Да. Вы похоронили уже его? Прямо в голову ему попали, похоронили. Угу. Когда это случилось? Первый день войны. Нет, не первый. 28-го. 28-го. На второй день. Потом 3 дня я не могла дозвониться. Вот я 3 месяца беременная. Жду от него ребенка. Сейчас вот... Вы в Ереван сейчас едете? Джермук. Да, Джермук. Дети там. Дети туда перенесли. А здесь вы где жили? В Степанакерте. Угу. Сколько вам лет? 27. 27. Мы должны ехать. Вот мама не едет, а давай с нами. Здесь будут 3 дня бомбить. Говорит, нет, я брата младшего не оставлю. Сына. А, моего брата, а не моего сына. Угу. Ну вот едет. А если тебя будут бомбить? Вечно. Не дай бог, что с моим сыном. Приехала из России, вот, остается здесь умирать. Здесь каждую минуту все меняется. Для кого-то помощь, а для кого-то здесь, знаете, бизнес. Как, все, что хотят, то и делают. Вот эти... пусть идет. А зачем молодых ребят отправлять туда, что, где они знают, что их будут убивать? Они отправляют. У турков сила больше, но они все равно отправляют на жертвы. Ну, ваш муж не хотел уехать? Ну, он пошел первый на свое место. А он военным был. Угу. Говорит, это моя работа. Я не буду прятаться, не буду бежать. Угу. И вот он. И второй день его убили. Угу. Поляк.